Есть ли плоды у картофеля и как их называют? Добавить комментарий. Ваш комментарий. Популярные разделы. Цветы розы. Актуальные зимой. Популярные статьи. Поиск по сайту. Найти. Ботаническое. Описание плодов картофеля. Картофель относится к семейству посленовые. Ботаническое название. Послен клубненосный. Лат. Solanum tuberosum. Это многолетняя травянистая культура, которую выращивают за один вегетационный период. Особенность культуры заключается в образовании подземных побегов, столонов, на которых развиваются клубни. Картофель – это не корнеплод, а клубень, утолщенный и укороченный стебель корневой системы, который служит не только хранилищем питательных веществ для растения и важным продуктом для человека, но и органом вегетативного размножения. С ботанической точки зрения плоды – то, что образуется на месте отцветшего цветка. Их образование характерно для всех посленовых культур, в том числе картофеля. Плод представляет собой двухгнездную многосемянную темно-зеленую ягоду диаметром 2 см, которая по форме напоминает помидор. Характеристики – шаровидная или овальная форма, упругая кожица, защищающая ягоду от механических повреждений и неблагоприятного воздействие внешней среды, мягкая сочная середина, в жаркое лето и при недостаточном поливе может истончаться, наличие внутри семян, которые селекционеры используют для создания новых сортов. По мере созревания плоды приобретают белый цвет и приятный аромат земляники. В одной ягоде находится от 100 до 300 мелких плоских семян светло-желтого цвета. Их размер и количество зависят от сорта. Масса 1000 семян составляет приблизительно 0,5 грамма. Хотя большинство огородников использует размножение клубнями, специалисты рекомендуют семенной вариант. Он весьма хлопотный, но более целесообразный, позволяет наследовать все сортовые характеристики материнского растения, чего не происходит при вегетативном методе. Через клубни передаются многие заболевания, а если посадочный материал долгое время не обновлялся, культура постепенно вырождается. Есть ли плоды у картофеля? Картофель зацветает в июне-июле. На верхушках побегов появляются цветки белого, розового или светло-фиолетового цвета. После опыления завязь разрастается, и вместо цветков появляются плоды. Очень часто они не успевают сформироваться, особенно в северных регионах страны, где более суровые климатические условия. Существуют и другие причины такого явления, бутоны и соцветия повредили насекомые, ранняя уборка молодого картофеля, сразу. После цветения, недостаточное количество питательных веществ в почве, что повлияло на полноценное развитие культуры. Отсутствие должного ухода, обработки почвы и регулярного полива, овощеводы обрывают цветки, считая, что это помогает увеличить количество и качество клубней. Плоды, ягоды, картофеля очень ядовиты из-за содержащегося в них алкалоида, солонина, поэтому их запрещается употреблять. Солонин образуется в целях защиты в качестве фунгицидного и инсектицидного вещества, если растение попадает в неблагоприятные условия. Содержится он не только в ягодах, но и в других вегетативных частях. При длительном хранении в подходящих условиях состав овощей мало меняется, если температура будет слишком низкой или высокой, а в помещении станет светло, клубни начнут зеленеть и прорастать, синтезируя алкалоиды. При чистке картофеля важно срезать ростки, позеленевшие области, кожуру и 7-10 мм мякоти под ней. Именно здесь наблюдается максимальная концентрация токсичных веществ. Особенно внимательно рекомендуется относиться к позеленевшей картошке. Такая окраска из-за хлорофилла появляется при световом облучении клубней и указывает на повышение уровня солонина. Как их называют в народе, плоды картофеля называют шелоболками, бульбочками, помидорками. Их используют в качестве источника семян и как лекарственное сырье. Сбор ягод проводят в конце июля, начале августа, до высыхания ботвы. Их кладут в сухое, хорошо освещенное место, обычно на подоконник. Период дозревания длится примерно 2-3 месяца, до ноября-декабря, на завершение которого указывают мягкость плодов и усилившийся аромат. Дальнейшие действия – созревшие ягоды разрезать на две части. Мякоть протереть на мелком капроновом сите или хлопчатобумажной ткани. Вместе с тканью промыть под проточной водой, чтобы удалить все остатки мякоти. Держать под водой не более 2-3 минут, иначе семенной материал начнет набухать.
Выложить семена на сухую ткань и поместить в темное прохладное место для полного высыхания. До посадки хранить зернышки в бумажных пакетиках в темном месте. Вместо того, чтобы каждые 5-7 лет покупать дорогой посадочный материал, можно бесплатно получить картофель из семян. Выращивание рассады овоща с последующей пересадкой в открытый грунт позволит получить такой же сорт, но более урожайный и устойчивый к заболеваниям. Это не сложнее выращивания рассады других посленовых. Тип плода у картофеля – картофель, это не ягода, они формируются на нем из цветков. Это такие же плоды, как у томатов, перцев и баклажанов, с плотной кожурой, сочной мякотью, множеством семян. Выглядят ягоды, как небольшие зеленые шарики с крошечными семенами внутри. В отличие от помидоров и перцев, есть их нельзя. В пищу пригодны только клубни. Картофель – это овощ или нет? По типу кулинарной обработки картофель относят к группе овощей семейства посленовые. Однако, например, красные томаты или фиолетовые баклажаны используют в пищу, а плоды картофеля есть нельзя. Картофель – это корнеплод или нет? Нет, так как в образовании последнего участвует зародыш, главный побег и корень, а клубни развиваются на концах побегов корневища. Съедобная часть культуры развивается под землей. Она накапливает в клетках крахмал, сахар и другие вещества, необходимые для полноценного роста картофеля. Снаружи клубень покрыт слоем пробковой ткани. На гладкой и плотной поверхности всегда видно от 4 до 15 глазков пазушных почек. Это небольшие черные точки и рубцы, из которых вырастают побеги. Кожура клубней бывает шелушащейся, гладкой или сетчатой в зависимости от сорта. Толщина перидермы, кожицы, изменяется под воздействием разных погодных условий. На нее влияют качество почвы, количество и виды подкормок. К примеру, фосфорные удобрения делают кожуру толще, а калийные – тоньше. Заключение плоды картофеля на самом деле образуются на кусте, а не под землей. Это ядовитые ягоды, формирующиеся из цветков. В них находятся семена, которые используют для посадки новых растений. Клубни, используемые в пищу, ботаники относят к видоизмененным побегам. Картофель – интересные факты о картофеле. Watch this video on YouTube.